Татьяна Пичугина – одна из участниц акции «Самара в движении». Она приехала из Челябинской области в Самару, чтобы отдохнуть и насладиться красотами города. Гуляя по набережной, увидела людей, занимающихся спортом на свежем воздухе, и решила присоединиться. Сказала, что так и узнала о спортивной акции и теперь пробует разные направления. Во-первых, доступно, бесплатно, может принять участие любой желающий. И это очень классная идея, мне понравилось. В целом все. И проведение, и то, что даже коврики предоставляют всем желающим. Каждый день с 17:00 до 21:00 в парках и на пляже проходят групповые занятия по танцевальным направлениям. Танцы – это не только замечательная кардионагрузка, но и отличное средство для повышения настроения. Свежий воздух в любом случае очень полезен для здоровья. А танцы они и пластику развивают, и музыкальность. Это весело. Даже больше... Как-то это более творческий процесс, чем просто занятие спортом. Поэтому я люблю танцами заниматься и преподаю танцы. Бесплатные занятия проводят профессиональные тренеры из фитнес-клубов, спортивных федераций и танцевальных студий. Посетить их могут все желающие на одной из четырех локаций. Площадь имени Куйбышева, набережная в районе Первомайского спуска, парк имени Юрия Гагарина и парк 50-летия Октября. Акцию «Самара в движении» организовывает Департамент физкультуры и спорта администрации Самары. Занятия будут проходить до конца лета. Августина Охременко, Григорий Плешаков. События.